Приветствую вас. Давно мы не делали расклад, анализ отношений между вами и загаданным человеком. Пока загадываете человека, я буду делать на такой красивой колоде золотые мечты Ленорман. Анализ отношений с итогом на будущее между вами и тем человеком, имя и возраст которого вы сейчас проговариваете. Анализ отношений. С итогом на будущее между вами и тем человеком, имя которого вы подумали, назвали, дорогие мои. Благодарю вас за лайки, за теплые комментарии, за подписку. Итак, в каких энергиях к вам находится этот человек? Его энергия. Смотрите, в энергиях змеи у кого-то может проигрываться обман, у кого-то может проигрываться соперничество, да, то есть так как расклад общий, вариантов считывания может быть несколько. То есть может быть, вас человек обманывает, может быть, у вас есть соперница, женщина, о которой он думает. Хорошо, а вы тогда кто для него? Давайте посмотрим дополнительному таро. А вы кто для него, для этого человека? Ваша значимость. А вы для него тот кубок любви, смотрите, который он готов пить. Девочки, вас не вампирят ли? Ну-ка задумайтесь. Может быть, тут меня смотрят тайные девчули. Опять луна. Смотрите. Человек, который каким-то образом пытается вас убедить, что это любовь, а святое, что это любовь раз и навсегда, и не будем мы ее давай ничем омрачать в виде брака, в виде обязательств и так далее. Понимаете? То есть тут, возможно, человек не свободен, либо имеет еще кого-то, кто для него фактически важнее, чем вы. Вот такая вот история с самого начала. Повторяю, расклад общий. Личный вы можете заказать через WhatsApp, Viber в описании номер. Итак, вы в каких энергиях к загаданному человеку? А вы вкладываетесь. Вот и смотрите. То есть там был туз кубков и луна у нас, да, поясняющие карты Таро. То есть человек загадный, не свободен, кого-то имеет под прицелом, либо женат, вас не рассматривает как партнера навсегда. Но пытается вас в этом убедить. И поэтому вы вкладываетесь. С вашей стороны чувства есть, со стороны того человека чувств нету. Вы ему нужны как энергия. Что уходит в прошлое между вами? А, даже вот так вот, да? Смотрите. Позиция вот этакого вампиризма, да, у кого-то вариант вампиризма такого энергетического, а либо позиция любовного треугольника, вашего невыгодного положения, она уходит в прошлое. Так, интересно. А что есть сейчас? Что есть сейчас? Либо разрыв, либо если только познакомились, очень быстрое развитие знакомства, да. Давайте уточним. Что еще? Пояснительную карту на Таро. Что еще между вами сейчас происходит? По карте коса. Достаем пояснение. Потому что у кого-то может проиграться разрыв, а у кого-то какое-то стремительное развитие. Вот смотрите, опять по 9 кубков. Видите, здесь мужчина сидит. Руки на груди скрестил. Действий никаких не делает, но все кубки полные. То есть этот человек за счет вас наполняется. Понимаете? И даже если мужчина вышел на разговор, мужчина такой стратег, человек, который вообще, я бы сказала, любимец женщин, потому что такие люди, вот по карте император,
они руководители. И независимо от того, занимают руководящую должность или не занимают руководящую должность, они в априори руководители, то есть в любой ситуации они берут на себя тот момент, что ты делал это, распределяют обязанности, должности, ну, я не знаю, действия какие-то, и не дают другим даже ставить слово. Вот. И здесь, возможно, у кого-то вариант, вот такая позиция человека активная вас прям закружила, вскружила вам голову, да? Может быть, вы и расстались, может проигрываться по его инициативе, потому что вот он так решил, что такая стратегия с вами подойдет. То приближать, то отдалять. То приближать, то отдалять. Отпускать он вас не собирается, потому что за счет вас он наполняется. Все-таки нечестная игра у этого императора с позицией минус она просматривается, несмотря на то, что ну, может быть, вы расстались, да, и вот любовный треугольник, может быть, вы, кстати, вышли, да, и так может проигрываться, может, вы вышли из отношений, потому что поняли, что что-то тут не так, либо узнали, что человек не свободен, да, вот, и либо по взаимному согласию отношения были прекращены совершенно неожиданно, но человек не собирается навсегда с вами расставаться, потому что вы для него источник питания энергетического. Что, вот давайте теперь смотреть, что будет. Что будет? Очень многое зависит от вас. Вы вышли, да? И вы вышли вот такой духовной картой. В этой колоде две женщины, два мужчины. А в одежде такие любовь духовная, да, позиция духовности. И там полуобнаженная – это сексуальная позиция, телесная любовь. Так вот, смотрите. У многих проигрывается, что вы не выдержали, разорвали эти отношения. Но сами же от этого и страдаете. И то, в каких энергиях вы будете пребывать, насколько сильно вы будете себя ценить и, так скажем, снимать пелену с глаз, да, помните, там луна была, то есть это все-таки морок, он вам заморочил голову, да, насколько сможете адекватно оценить ситуацию, настолько и будут развиваться события в том ключе, как вот вы себя поставите. Понимаете? Вот давайте итог смотреть. Примирение произойдет. Видите, я же только что сказала, что этот человек вас оставлять не собирается. То есть он рассматривает ваши отношения, повторяю, как источник питания. А чего вы хотите? Давайте подсказочку возьмем. А чего вы хотите от этих отношений? Вы хотите выходить на новый уровень? Вы решили, что я тут готова какой-то период потерпеть, какую-то боль, какие-то неприятности. Может быть, он вам обещал, что он разведется у кого-то. Такая ситуация может проигрываться. И вы решили, что вы будете хорошей девочкой. Да? Видите, вы герою, женщина здесь сидит спиной к герою, а он ее везет. То есть вы решили отдаться на волю судьбы, на волю этого человека, но потом спохватитесь. Вот то, что у нас здесь просматривает, потом спохватитесь. Еще что вы хотели? Коммуникация. Вам нравится общаться с этим человеком, а может быть даже тут кому-то просматривается. Мужчина помогает материально. Помогает материально, да. Поэтому вы душой готовы вкладываться, а другой раз, может быть, и даже больше него материально, может, какие-то там делаете вложения. А что он? А его вот, его истинные чувства все-таки к вам. Ладно, тут он фокусируется на сопернице. Наверняка у него есть причины. А к вам-то какие истинные чувства? Давайте добьем вопрос. Что-то вам хочет предложить. Вот знаете, рыцарь Пентаклей – это человек меркантильный все-таки. Помните, там и девятка кубков у нас была. Человек меркантильный, человек, который своего не упустит. И вы та цель, тот кусочек успеха для него в жизни, который он упускать не собирается, но и быть с вами только будет на своих условиях. Но смотрите, вы тоже не лыком шиты. Вы тут вышли в позиции будущего, что многое будет зависеть от вас. Развивайтесь, осознавайте свои желания, понимайте свое положение и не соглашайтесь на то, что вам не нравится. Мужчину нужно судить не по словам, а по поступкам. Поэтому сначала, перед тем, как примирение произойдет, у вас сейчас есть время после этого расклада, вы сама себе честно ответьте, что вы готовы мужчине позволить в отношениях, а что нет.
И не надо бояться это ему потом обозначить. Всех обнимаю, будьте мудры, берегите себя.